Добрый день, мы из Украины. Как дела? Так, что хочу сказать коротко. Создается отдельное направление за контролем качества работы военных и там, правоохранительных органов. Начинаем разбираться мы с вещами, там, мародерством. Ребята, я вас предупреждаю, сейчас конкретный адрес отрабатываю, ну, не обижайтесь. Также в связи с этим налаживаются поставки продовольствия, оплаты на платной основе, едет бизнес, предоставляются кредиты. Я позднее дам расшифровку для аграрного сектора, для посевного, там под гарантии государственные, там если что-то случится, то возвращать 80% не надо, беспроцентные, то есть мы сейчас все выпишем, все предоставим. Имеем ресурс материальный для того, чтобы оплачивать все необходимое в военное время для критической инфраструктуры. Пускай поднимается, но сейчас. И работаем. Что еще хочу сказать? В общем, борды, которые стоят в центре города, везде. У нас не хватает этого швеллера. Мы их сейчас всех демонтируем и пустим на ежи. Вообще, это некрасиво в городе, борды, они не нужны. Засрано все. Как раз время использовать с пользой. Это же касается и будок. Ну, то, что раньше говорили, будкоград. Сейчас все эти будки переместятся на передовую линию для того, чтобы солдаты могли греться, там, сидеть, находиться, ну, по крайней мере, в дневное время. Поэтому, если вы увидите сейчас, ну, это будут заниматься коммунальные службы города, все официально оформим. У кого они есть, забирайте оттуда весь товар. Если вы тут есть, постараемся товар на склад куда-то сложить там, или передать на нужды армии. Но мы сейчас очистим город для того, чтобы он был чистый. Он мешает там будке перемещению, через него может прорваться танки. То есть, ну, извините, но сейчас город будет чистый.